Всем привет с города Запорожья, с вами Витя, и мы наконец-то доехали сюда. Дорога была такая ночная, короче, поспать толком не получилось. Уже приехали, Настя моя красит волосы, а я сижу, дорисовываю эскиз. Вот такой вот котик в коробке. С цветочками такой эскиз. На самом деле у меня вот в разработке есть всякие разные эскизы, которые я никак не дорисую, либо они мне кажутся, не знаю, как их дополнить, поэтому некоторые штуки я еще не дорисовываю. Тут тоже какие-то у меня скетчи. Есть у меня мой комикс, который я хочу, блин, распечатать, конечно. Но на это нужны большие деньги, если это делать все толково. А сейчас я не хочу пока этим заниматься, у меня нет времени. И выделять на это финансы у меня тоже нет пока желания. Ну а сейчас мы едем помогать Настиной бабушке на даче, там и надо кое-что ей сделать. И вот так посидим на балкончике. Когда я здесь гостю, это является типа кабинетом таким. Лоджи со столиком. Здесь я играю в компьютер, рисую эскизы, снимаю видео, когда у меня есть желание и время. И вот здесь я люблю потусить, потому что вообще классно, когда есть у тебя какое-то место такое в доме, там, где ты можешь закрыться ото всех и творить. Особенно если ты такой, наверное, ну, творческий человек, либо у тебя какая-то работа такая, там, где нужна такая концентрация. И вообще вот про работу на дому давайте. Раз уж я вот так закатил, поговорим то, что я вот сколько, ну, не очень, конечно, много, но много очень делал татуировок на дому, здесь у бабушки, еще в других местах. И мне такой формат работы вообще не нравится, поэтому я не хочу работать на дому, потому что считаю это непрофессионально как-то, и мне некомфортно, и это, ну, для меня должно быть отдельно дом, отдельно работа. Не должны они как-то, ну, для меня так смешиваться. Да, это с другой стороны комфортно, типа, ах, дома ты поработал сразу, штаны снял там в труханах. Прогулялся. Ну, короче, удобство, типа, рядом дом, не надо ходить. Плюс не надо аренду платить. Да, это тоже в этом плюсы, но, не знаю, лично для меня очень неудобно. Некоторые, я знаю, тату-мастера. Например, в Мелитополе, в моем городе, где я вырос, есть тату-мастер. Еще тату-блогер. Так у него частный дом, и у него целая комната выделена под студию, переоборудована. И ему так удобно, и работает он так уже много лет. Но мне такой формат вообще. Не, ну хотя если ты отдельную комнату выделяешь под это все, то тогда да. А так как-то, между прочим, не очень прикольно. Так что, когда у меня будет свое жилье, я хочу обязательно какое-то такое место, как студию, можно так. Ну, студию не стату-студию, а студию такую рабочий. Вот так вот. Кабинет, в котором я буду работать, творить, придумывать. Оп, света добавил, хорошо. Творить, придумывать и всякие такие штуки делать, что мне хочется. Ладно, уже поехали на дачу, а то меня уже там, наверное, ждут. Вот так, а тут они всегда. давно. Что по дорогам? Вот такие вот занятия у нас на даче. Тепло, кстати, капец. Да. Ой. О, червяк. О, тот момент, когда камера сама включилась в кармане и начала запись. Это значит, что судьба говорит, что надо снимать что-то важное в этот момент. И мы снимаем осень. Прекрасную, теплую осень. Ну, в Запорожье, по крайней мере. Блин, классные, конечно, есть некоторые деревья, которые становятся такие желто-красные вообще. Все, мы поработали, покопали там деревья, туда-сюда обкопали. Теперь едем домой.
Голос у меня что-то подсел. И за тобой я скучал, мой хороший. И за тобой, моя хорошая. Короче, так, наверное, пройдет мой сегодняшний вечер. А может быть, чуть-чуть повеселее. Наконец-то, уже 2 месяца не играл на компьютере. Очень соскучился. Сейчас поиграем. Настюль, нифига себе, слушай. Ну это вообще ярко-ярко. Чтоб дальше смывалось. Как это вести себя с женой, которая поздно приходит? Это вообще-то не поздно. Ну ты вообще даешь. Так как на своей джинсовке ты теперь. Угу. Давай быстрее проходи, я тебя ждал. Ну как это, чё это? Даже этот розовый напиток подготовил под твои волосы. Мне кажется, или в моей жизни в последнее время слишком много розового цвета. Ну ладно. Ничего против цвета не имею. Приятного аппетита, если вы кушаете, и нам тоже приятного аппетита. И тому подобные вещи. Надо было мне не ехать, столько сумок таскать. Здрасте. Мы переезжаем в Киев, точнее Настя переезжает. Сейчас. А такое ощущение, как будто несколько человек переезжает. Надеюсь, нам хватит места в машине, чтобы все увезти. Лифт дурацкий, сам останавливается иногда. Ну, первый. Ты уже нажала уже. Это задача не из легких. Уложить все добро. Машем ручками там всем подряд. Короче, мы почти влезли. И это еще не все. Сейчас Настя будет еще свои вещи сюда кидать. Еще курточка и ботинки. Курточка. А, еще плюс к Насте, да? Понятно. Привет. Жопник маленький. Вот такие вот червячки. Да, да. Он за это вообще душу продаст. Сидеть. Миллион команд. Голос. Молодец. Сидеть. Лапу. Сидеть. Лапу. А нет, лапу давай. Лапу. Дай лапу. Другую. Сидеть. Лежать. Лежать. Сидеть. Голос. Хорош. Сидеть. Танцуй. Танцуй. Давай, давай, танцуй, не ленись. Давай, чуть-чуть потанцуй. Танцуй, танцуй. Молодец. По чуть-чуть аккуратненько бери, хорошо? Аккуратненько. Все, молодец. Хорош. О, еще есть место. Ребята, тут еще куча места. Нет, не надо. О, отлично. Не буде. Вам буде. Ну, еще в салоне и так. Пару сумок. В принципе, это норм еще, да? Вариант. Все пучком. А у нас все пучком. Все, все готовы. По коням. Настя, ты там переписываешься еще с кем?